Каждое третье правонарушение в республике совершается людьми в состоянии алкогольного опьянения. Именно поэтому борьба с пьяной преступностью – одно из приоритетных направлений работы полиции. Наша съемочная группа отправилась с сотрудниками МВД в очередной профилактический рейд по улицам Чебоксар. То есть мы вообще никак не можем праздник отметить, и чтобы праздник потом... надо отмечать. Это очень даже надо. Но при этом нельзя нарушать общественный порядок. То есть не нарушать. Профессиональный праздник эти люди решили отметить на виду у чебоксарцев, посидеть со спиртным в центре города. Но долго праздновать не получилось. Как известно, за появление в общественном месте в нетрезвом виде налагается штраф. По статистике, пик правонарушений приходится на праздничные и выходные дни. Поэтому полицейские регулярно проводят рейды во имя отрезвления населения. На этот раз вместе с правоохранителями патрулировать улицы города вышли активисты движения «Антидилер» и член общественного совета при МВД республики Альберт Ильин. Тех, кто пьет на улицах в открытую, оказалось немало. Мы вас задерживаем. Вот так три женщины проводили вечер с алкоголем и закуской, расположившись на лавочке у детской площадки. На замечания полиции и общественников нарушительницы реагировали грубо, прятали лица и пытались уйти. Но от уплаты административного штрафа это их не уберегло. В ходе рейда полицейские проверили и увеселительные заведения, которые круглосуточно притягивают к себе нетрезвую публику. Но не всегда продавцы знают, как вести себя в случае пьяного скандала и как поступить с подвыпившим клиентом, провоцирующим конфликт. Чтобы здесь не спали, чтобы такого не было. Прошу, они забирают. Здесь недалеко. Они тоже могут быть подвергнуты, знаете, да, каким-нибудь различным грабежам, там, разбоям. Человека доставили, а потом у него сотовый телефон пропал. Выясняется, что вот эти люди, которые провожали, сами-то, значит, воспользовались тем, что человек находится в таком состоянии. Поэтому я вам рекомендую в таких случаях вызывать сотрудников полиции. Кроме этого, о новых правилах торговли спиртными напитками, как оказалось, знают не все продавцы. Такие рейды дают положительные результаты. Через каждые пару сотен метров у нас стоит магазин, который продает алкоголь зачастую неизвестного происхождения. И сегодня, по сути, мы переживаем исторический момент, когда нам практически удалось сделать так, что эта алкогольная вакханалия будет прекращена. Часть разливаек закрылась, и в микрорайонах, где они располагались, стало значительно спокойнее.